Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Mach Good Girl, неоднократно бывавший у меня на канале, со своими видео в битвах, соответственно. Значит, будем сейчас рассматривать, и предварительно хочу сказать, что данный персонаж также ищет нового владельца, и все предложения можно писать мне в Инстаграме в Директ. Также ВКонтакте, если у кого есть мой контакт, ну, ссылки на мои соцсети и тому подобное есть внизу в описании под видео. Значит, 12 миллионов мах, 12 миллионов мощи, 224 уровень, это, по-моему, 276 сервер. На своем сервере, конечно, этот мах безумно отрывается, то есть 12 миллионов, следующий преследователь практически 7, почти в два раза по мощи. Вот, значит, смотрим, духовка максимальная. Вещи, естественно, тоже максимальные прокачанные. Давайте посмотрим, что у нас в духовке. Будем смотреть все статы сохраненные. Значит, вот есть персонаж прочность. Все перечислять не буду, я просто покажу. Также здесь прочность стоит. Есть куча вариантов, куча сохраненных статов для разных... скажем так, маневров для разных билдов. Здесь вот экзопарирование 40%. Также есть там прочность плюс 80%, если нужно переключить. То есть под любой вкус и под любой стиль игры, скажем так. Но в основном сейчас здесь стоит прочность плюс урон, немножко экзо-хп. Те статы, которые довольно-таки хорошие получаются для живучести. Вот на данном персонаже, так как это мах, играет он через экзо, не он, а она играет через экзо. Значит, давайте смотреть дальше по статам. В основе всего лишь практически 13 миллионов хп, 190 плюс-минус физмах защиты, 323 тысячи атаки. Ну, не сильно большие, скажем так, цифры, но, напоминаю, это я привык делать обзоры на 18-16 миллионов, соответственно, а здесь немножко поменьше персонаж, 12, но для своего уровня, для своего сервера этот персонаж прям мега крутой, очень. Значит, смотрим основа статы, крит 60 тысяч, парирование 19, уклонение 17, прочность 580 тысяч, прочность основа, на минуточку, это только основа. Значит, смертоносности 46, плюс урон почти 2 миллиона. Для мага это очень хорошо. Доп урон 191%, иммунитет 66,7%. Так, значит, PvP мощь у нас 2830, это тоже неплохо, но здесь еще есть запас очень большой в кольце по PvP мощи. Так, навыки, облик нас не интересует. Вот маг-кольцо. 150 по звездам и по уровню 101. Здесь еще 50 уровней можно по уровню. И здесь еще, по-моему, сотка есть на звездах. Трансформа 44, 45, 44, ну, 43, 45 по уровню. 8 уровень навыков трансформы. И смотрим навыки. Здесь все прокачаны навыки. Ну, кроме вот первого трансформы, саму трансформу нужно две книжки для того, чтобы апнуть. Значит, что здесь у нас выбрано? Возврат АЗ, это хил, значит, на... Здесь область, правильно. Здесь урон дополнительный. И здесь... дополнительно еще 17,5% получаемого урона. Так, значит, у нас стоит шар ульта. Ну, я понял. Так. Что у нас еще? Справочник. Справочник. Богиньки прокачаны в справочнике. Те, которые открыты по максимуму, две всего лишь не открыты. И дракончики прокачиваются. Так, смотрим дальше. Что мы будем смотреть? Значит, герои. Играет у нас Вердан Дихель Бахамут. Статы я покажу отдельно. Значит, по божьему кругу у нас здесь 1-2%. На, вот. Здесь что у нас? 1,2%. Точно так же. У Бахамута тоже 1,2%. То есть 3% бонус у каждого.
Так, по карточкам эволюции, значит, в размещение не бустилось, основа шла на экзоэнда, ну, в принципе, это правильно, потому что размещение немножко просто впитывает урон за счет того, что это верданди, а весь буст идет на энда и экзо, экзо в деф, энда на урон. Но я все равно покажу, какие здесь карточки, быстренько. Так, смотрим дальше, у нас энда. Энда у нас немножко открыта. И, соответственно, все максимально на крит. Карточки будут на чистый стат, на процентный стат. Да, вот карточки на крит. Если падает какой-то стат на 21, на 21 звезду, который ну, то есть не нужен, то она просто не прокачивается. Это не имеет никакого смысла. Вот 25%. Так, значит, здесь у нас экзо, экзо у нас в парировании. Парирование вот практически еще чуть-чуть и откроется последний слот. Это вообще капусечка осталась. И, соответственно, здесь все максимум в парировании. Вот 25%. Чистый стат парирования. Вот опять-таки чистый стат парирования. Вот вообще карточка, ну так, очень неплохо. Все чистое и плюс даже процентное. Хоть процент маленький, но все равно есть. Так, здесь тоже чистое парирование с процентом. Здесь парирование вообще плюс 60%, очень даже ок. И здесь чистый стат парирования тоже зашкаливает. Здесь прочность, и здесь прочность. Вот, то есть в экзо прочность парирования. Так, вот теперь сейчас посмотрим по самим статам. А, давайте размещение, но я так вот просто пробегусь. Сильно не буду показывать, размещение не имеет особого смысла. Так, значит, энда. 429 тысяч атаки, напоминаю, это всего лишь 224 уровень. Так, и здесь у нас по статам 134, почти 135 тысяч крита. Парирование уклонения не качалось, оно здесь не нужно. Прочности 130 тысяч, итого суммы мы уже имеем 700 тысяч. Так, смертоносности 37%. Доп урон 35% и иммунитет 3,6%. Иммунитет не нужен, а доп, конечно, суммируется, его нужно раскачивать. Экзогерой. Значит, 36 миллионов хп, практически 37 миллионов хп. 122-129 тысяч физимах атака, соответственно. Атака обычная, ой, физимах защита, соответственно. Атака обычная 229 тысяч. Так, и смотрим по статам. Парирование 152,5 тысячи. В принципе, парирование просто, ну, овер дофига. Прочность 89 тысяч, она просто не нужна. Здесь с таким парированием вас не пробьют. Ну, как не пробьют? На этом уровне, на тех битвах, на которых участвует этот персонаж, вас не пробьют. А в дальнейшем, соответственно, у вас есть как бы возможность разогнать еще больше. И там есть еще один слот для карточки и тому подобное. То есть я, в принципе, думаю, что 200 тысяч парирования — это не предел. Так, прочность 89. Итого в сумме у нас уже практически 800 тысяч прочности для того, чтобы пробивать чужую чужое парирование, уклонение. Этого достаточно. Значит, доп урон 21 и иммунитет 103,6%. То есть иммунитет в экзо, парирование — это основа, которая была раскачана в этом персонаже для того, чтобы он жил. То есть и хп, соответственно. То есть он много впитывает через экзо и, соответственно, много дамажит из-за того, что доп урон раскачан везде, то есть в основе, в эндо, в экзо. И также есть плюс урон, который раскачан на основе там, до 2 миллионов практически. Так, рыцари, быстренько пробегусь. Зацикливаться на рыцарях я не буду. Кому нужно, опять же, по старой схеме, вы можете остановить, посмотреть. Сокровище, закалка, охрана. Значит, энда у нас плюс урон, смертоносность, прочность, крит. И экзо, прочность, крит, уклонение, парирование. Но здесь можно с уклонения было на смерть перекинуть. В принципе, раскачивать уклон и парирование не имеет никакого смысла. Можно качать парирование и смерть. Но, в принципе, если кто-то в дальнейшем будет продолжать раскачивать этого персонажа, можно будет перекинуть, и это будет дополнительным бонусом. Так, звезды — это какие? Это пятые звезды. В размещении не сильно прокачаны. В энда чуток прокачанный, но это, по-моему, уже... А, это уже пятый. И это на атаку звезды, если что. Да, вот эти вот. А это у нас уже на хп. То есть здесь у нас идет разгон по хп. Вот. Это уже шестизвездочные. Дальше семерочка пойдет.
Да, шестизвездочный. По рунам. Значит, рубины в размещении. Статы показываю, соответственно. Дальше у нас также будут рубины в эндо. Вот статы. Да. Прочность разгонялась в эндо. И, соответственно, вот экзо. В экзо у нас основа идут щиты. Здесь ХП, прочность, ХП, парирование. Так, дальше смотрим, что у нас дальше. Ковка. Заклятие у нас плюс урон и ХП. Но это стандартный билд для мага, плюс урон и ХП в заклятии, соответственно. Музыкалка. Я уже теряюсь. А, вот, инструмент. Практически максимальная музыкалка у нас. Последняя недокачана только одна. А так, в принципе, музыкалка почти докачана. Ну, здесь тон выкачан весь. Единственное, что недокачана, вот, единственная музыкалочка последняя. Но это вообще ерунда, учитывая то, что здесь почти полный буст. Соответственно, это сильно не сыграет роли. Камни. Значит, смотрим по камням. Камни выставлены в основе максимально на плюс урон. Да, то есть на благословление. В эндо и это тоже плюс урон. Здесь немножко еще выставлен на прочность, на иммунитет, на основе. Но на эндо вообще не выставлены на иммунитет. Это вам там не нужно. Там стоят рубины, в принципе, которые впитывают. И экзо максимально выставлены на иммунитет. В размещении камни не качались. Просто слоты открыты. Вот, значит, эндо у нас стоит на доп. Урон. Да. Камушки. И экзо максимально выставлены именно на иммунитет. Это два нижних и три верхних. Соответственно, все слоты открыты. Также в драконах то же самое. Разгон идет основы на доп. Урон, немножко иммунитета. Эндо это доп. Урон и экзо это у нас иммунитет. Максимально все в иммунитет. Так, что у нас дальше? Драконы. Значит, драконы у нас только PvP-шный максимальный раскачан. Значит, и... Что еще? Остальные 1-2 звезды, вот, в принципе, такие. По повышению 82-й, 100-й уровень. Так, звездные гербы прокачанные на максимум. Смотрим навыки. Значит, в основе это у нас скрит плюс урон процентный, соответственно, физзащита и ХП в процентах. Очень неплохо. Так, размещение это у нас крит плюс урон, прочность, атака. Здесь плюс урон, смерть. И здесь плюс урон, крит. Эндо у нас разгонялось на крит плюс урон, прочность, атака. И здесь два физ, защита и прочность обычная. И экзо здесь должно быть парирование по-любому. Атака, прочность, интересно будет, нет? А, вот парирование минус урон. Парирование вот в процентах и ОЗ. И также здесь еще ОЗ. А спиды стоят, значит, вот на пробой, на защиту, опять-таки на снижение прочности пробой и пробой рубинов. Вот наши аспиды. Так, что у нас дальше? Так, дракончик, альянс, гены, да? Связи, гены смотрим. Есть несколько красных, значит, здесь что у нас? Плюс урон персонаж, здесь опять-таки плюс урон персонаж, прочность персонаж, плюс урон персонаж, плюс урон персонаж, плюс урон персонаж, также плюс урон персонаж, экзопрочность, здесь пока ничего, здесь ничего, и здесь ничего. Так, что еще? Что еще я не показал? Угонь максимальный. Здесь полностью титул. Здесь тоже максимальный. Не знаю, здесь по звездам тоже, наверное, прокачано максимально.
по доступному, потому что здесь не все открыты еще, там далее будут на 131, на 140 открываться. Здесь максимум, вот по статам, те, которые даются у нас по созвездию. В принципе, маг, опять-таки, напомню, для своего сервера он очень хорош. Я недавно скидывал видео с битвы топ-150, топ-200 всех серверов, и там этот персонаж занимает первое место, хотя по мощи он входит буквально только, ну как только, там 190 место, если я не ошибаюсь, но он наказывает очень жестко. Персонаж отлично сбалансирован, раскачан, соответственно, очень хорош. И опять-таки еще раз напоминаю, то, что персонаж ищет нового владельца. По всем вопросам писать мне в Instagram в директ или же ВКонтакте в личку. Данные мои все внизу под видео. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если также какие-то дополнения, пишите в комментариях. Плюс еще, если кто хочет связаться со мной по обзорам ваших персонажей, мы можем это обсудить. Также вы можете написать мне в директ в Инстаграме, и мы с вами по этому поводу пообщаемся. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.